Всем привет, друзья! Мы сейчас начинаем прямой эфир. Всем привет! Всем привет! Девчонки, всем привет! Всем доброе утро, добрый день! Всех рады видеть, чувствовать. Этот прекрасный субботний день настал, солнце так и светит, наши окна, весна уже во всех городах, и мы готовы презентовать наши новиночки. А давайте спросим, как все дела. Девчонки, поставьте, пожалуйста, любую реакцию, какое у вас настроение, мы будем видеть ваше настроение. Как погода в вашем городе, солнечно, не солнечно. Если не солнечно, мы добавим красок в ваш день. Давайте спросим, ребят, скажите, пожалуйста, сколько градусов в вашем городе и в каком городе вы находитесь? А у кого будет больше всего, не обманывать, мы проверим. Так, ну что, поехали, все. Пока. Девочек. Девчонки набираются. Девочки красотки, Вера, блондиночка красивая такая, и Катюша. Верочка и Катюша. Да, действительно, Женечка. Мы с Олей. Оля за кадром. Красивая Оля. В новом красивейшем платье, которое уже в наличии. Да, оно уже в наличии. Оно немножечко попозже. Да. А сейчас мы начинаем с наших моделей. Ну, не обойтись этой весной без бермудов. Они должны обязательно быть в ваших гардеробах. Мы отшили их просто отдельно. Не только костюмы. Костюмы покажем позже. Потому что многие спрашивали, хотели отдельно, мы отшили. Вот в таком коралловом, нежно-коралловом цвете и в бежевом. Соединились с нашими новыми кофтами. Телефон? Да. Не знаю, я почему-то не взяла его. С нашими... Где была у нас телефон, Оля? Соединили с нашими новыми кофточками, весенне-летними, в составе хлопок. Получился такой прогулочный, весенний, красивый, сочный, волшебный образ. Эти джемперы из хлопка, правильно? Да, да, да. В них не жарко, в них так уютно. Достаточно так, прям на весну и такой прохладный, наверное, прохладный летний вечера, прям самое то. Также эти джемпера можно носить и отдельно, да, как какие-то там топы, футболочки сверху, как на кипу, как вариант. В общем, мы приготовили для вас такие... Девочки, кто спрашивал, шорты бермуды отдельно мы отшили, потому что костюмы, кто-то хотел полностью костюм, кто-то хотел шортики. Собственно, шортики вы как базу в свой гардероб обязательно можете взять. И они уже у нас, по-моему, поступили даже в бутики. Да, в бутиках в наличии. Смотрите, как классно смотрится с казаками. Обратите внимание, не да? Режет, давай, да, Катюша, можно, так, что-то встань. Сразу кажется, что ботиночки могут резать. Нет, на самом деле не так. А если вы оденете каблук под бермуды, ножка еще больше вытянется. Красиво, строго и в то же время сексуально. Второй вариант с лоферами. Такой уличный стайл, удобный, стильный. В общем, что у вас есть в гардеробе, доставайте, миксуйте, создавайте луки. Мы будем вам помогать. Спрашивают костюм, как на Жене, на тебе. Так, рассказывай. Отсняли, да? Нет, так сейчас еще не отсняла, подожди. Что мы скажем? Бермуды у нас 4900, кофточки 3900. Джемперы из хлопка 4500. Спасибо, 3900 и 4500. Бермуды сколько еще раз? 4900. Девочки, бермуды 4900, а хлопковые джемперы 4500. Сейчас мы попозже расскажем, пока девчонки будут переодеваться, мы будем рассказывать, что за костюм на Жене. Собственно, девчонок мы отпускаем, вы пока скриньте, прям с утра, круто, что вы утром проснулись и сразу видите новинки. Все это уже можно приобретать в наших бутиках, джемпер из хлопка, девочки. И очень здорово, что вы возьмете его и также в лето, то есть это не шерсть, это уже хлопок. Очень классная, приятная вязка. И, кстати, между прочим, летом, когда прохладно вечером, вы можете просто накинуть на себя вот этот джемпер, да, и вообще миксануть с лоферами, с ремнем, ну, такими шортиками. И, собственно, весна сейчас на май месяц, это будет очень актуально. Ну и, собственно, очень стильно. Смотрите, какая крутая вязка. Я сейчас ее даже прям сниму прям поближе, потому что что-то я немножко... Поближе, вот вижу, поближе еще круче. И давай, Вер, поворачивайся. Ой, вообще кайф. Девочки, пожалуйста, голосуйте, за какой образ вы голосуете. Все рука видно.
а мне очень нравятся оба джемпера. Mm-hmm. Этот вообще просто потрясающий. Мы согласовывали его еще месяца, наверное, два назад и оставили специально просто вам для весны и для лета, потому что он хлопковый. Очень крутой также будет с джинсами и даже шортиками. Представляете, с джинсами будет тоже классно. С белым низом, с голубым низом, очень красиво. Мы показали с бежевым низом. Сочетание цветов. Очень круто. Все, девчонок, отпускаем. У нас сегодня будет очень много миксов. Девчонки, будьте с нами в прямом эфире, потому что это все новая коллекция. Очень важно не пропустить новую коллекцию. Так, ну что, наш новый костюм, которому я без ума. Я когда выделала на производстве, что он уже сдается, думаю, так, все, надо срочно его лететь на прямой эфир. А этот костюмчик летка, скоро в продаже, буквально через неделю. Это костюм двойка. Сейчас я покажу. Нравится? Костюмчик другой. Как вы думаете, там шорты или юбочка? Девочки, скажите, шорты, пожалуйста, кто угадает, что же сейчас находится под пиджаком? Женя, шорты или юбочка? Скажите, раз, пожалуйста, раз, шорты или юбка? Раз, два, три. И это юбка! Такая юбочка в стиле каком-то таком... Слушай, ну вот просто нереальный костюм, у него вообще такая крутая клетка, причем очень легкая костюмная ткань, на самом деле, она уже идет с вискозы, это топ, у нас такие есть топы? Mm-hmm. И, ну подобные топы у нас есть, конечно, но вот круто сочетается именно с грубыми ботиночками, девочки, посмотрите, как здорово смотрится. Все, здесь все влюблены. Девчонки отгадали. Не видно, но вживую. Здесь вот строчка такая, знаете, ярко-зеленая. Изумрудная с Тиффани, самый да? Самый такой трендовый цвет. Снежно-розовым цветом, казалось бы, да? Снежно-розовым, зеленый. Показывается, да, вот видите, какая цветотерапия красивая. Безумно крутой. Я думаю, что у нас недолго будет висеть в бутиках. Так что, если вам нравится, записывайтесь... лист ожидания, как придет, вам позвонят. Мы их снимали буквально недавно на прямом эфире с производства. Я показывала девчонкам, что они уже отшиты. Осталось только упаковать, промаркировать, и все. Это буквально несколько дней. И ну, можно будет просто забрать свой размер. Да. Цена. Очень пишут, что стоимость... просто очень крутой костюм. Большое, стоимость будет чуть позже известна. Примерно, как и все наши костюмки двойки, но качество... Ну, около 12 тысяч у нас средняя цена костюма. Надо будет уточнить прям точно, чтобы кстати, мы... Кстати, я еще думала, а здесь с джинсиками этот пиджак или с юбочкой. Решила ставиться на юбочке, но с голубыми джинсами это вообще... А может быть, ты померишь потом? Давай. Девчонки, попробуем уговорить, чтобы Женя с голубыми джинсами такой жакет померила. Женя, девчонки, через несколько дней они уже будут в наличии в бутиках. Женя даже ногти под цвет костюм. Я как готовилась к костюму. Женя, у нас детализация наша все. Очень крутой. Ой, как красиво, девочки. Наши костюмчики, которые вы уже видели, которые взорвали нашу сеть с бермудами. Брючный такой костюм. Катя, как тебе идет голубой цвет? Такая освежающая. Девочки, как красиво. Просто нереально. Давайте вдвоем я покажу, как сочетается розовый с голубым. Это что-то нереальное. Девчонки. Представляете, какие будут стильные девчонки в мае? Ну и обратите внимание, наша новая блуза в тандеме с этим небесно-голубым костюмом. Это короткий да, рукав. Убрать. Смотрите, как здорово смотрится просто с лоферами на каблучках. Сама женственная блуза. Вообще, на самом деле, наша блуза это уже визитная карточка нашего бренда. Мы чуть ли не каждые 2-3 дня презентуем новые блузы. А что-то там торчит. Как казалось, что белый груз вроде как, ну да, там с рюшечками, с какой-то детализацией, а на самом деле столько можно много создать, что мы и делаем изо дня в день. Наша новая блуза. Не смотрите, убрали, к сожалению, эту штучку, давайте я уберу. Смотрите, какой рукав, это получается идет микроплиссе.
из красивого французского кружева. Вот такое оформление с брошью. Смотрите, как здорово сочетается с бермудами и с жакетом. Очень стильный получился лук на май месяц. Девочки, просто вообще я в восторге, честно. Это очень красиво. Но это не офис. Очень нежно. Как покорить непокоряемое? Одеть этот костюм с этой блузой и все. А костюмы, кстати, сегодня поступят в Москву. Их буквально вчера с производства отправили. Сегодня будут костюмы. Я знаю, что на них огромнейший спрос. Нам звонили девчонки из бутика, говорили, когда будут костюмы. Нас просто разрывают клиенты. Вот, клиенты дорогие, подождите буквально еще пару часов, и они появятся в бутиках. Вот просто прям буквально, я думаю, к вечеру уже все размерчики будут. Стоимость костюма 10 500 рублей. 10 500 костюм. Бермуды и пиджак. Тоже можете миксовать отдельно. Мы в первом луке показали, как бермуды носятся. То есть вообще хоть что можно сверху сочетать. И также пиджак тоже удобен. На летние холодные вечера, вообще, в принципе, вообще двойка, тройка, это очень, мы все любим такие костюмы, это очень удобно, это приятное вложение в ваш гардероб, так как луки уже надо уметь всем создавать, миксовать, потому что 21 век. А еще чем мне нравится, тем, что вот, например, в наш бутик, наш бренд Малина Бонита предлагает именно полный образ создания, которых я считаю, что вам не нужен ни стилист, ни какие-то вспомогательные вещи. У нас есть полный образ, который вы можете у нас создать здесь и сейчас. Это все очень актуально, супер актуально. Все ногу со временем. Очень стильно. Вот смотрите, как все сочетается по образу. И обувь вы можете сразу просто скринануть, да, и где-то что-то подобное купить по обуви, посмотреть, как сочетается блуза, как сочетаются шорты, что это все супер актуально, и вам не надо заморачиваться, просто приезжайте к нам в бутик и полностью собирайте все луки и на вечер, и на каждый день. Вот в частности, как на Жене костюм. Мы вам прям показываем, как его можно обыграть с грубыми ботинками, как можно обыграть с джинсами, но это, я думаю, что мы в процессе покажем. Как можно это обыграть с ремнем, да, с топом, аксессуарами. То есть это все очень удобно, поэтому скриньте, девчонки, это вам действительно поможет. Это сэкономит ваше время, и вы выберете действительно самые крутые вещи. Так, все. Приглашаем Веру, давайте вместе тоже с ней красивый лук получится такой. Спасибо большое, да, девочки, да. Спасибо огромное. Наша нескучная... Ой, какая Вера, без очков, красивая. Нескучное сочетание цветов, черно-белый, наш любимый вариант. А почему нескучный? Потому что мы любим сочетать вкусно фактуры. Это такие легкие воздушные рукава, которые произвели фурор для вас и для нас тоже. И низ такой более тяжеловат, облегченная кожа. В тандеме всегда смотрится дорого, выигрышно. Сочетание фактур легких и таких более тяжеловатых. Добавили сумочку, казаки, какую-то крупную цепочку и все. И мы покорили сердца мужчин точно. Ну и девочек тоже. Девочек тоже. Девчонки, какой вам больше образ нравится? Давайте чуть поближе сюда. Так, сейчас вот так чуть-чуть, ага, я сейчас вот вас немножко. Так, какой образ вам больше, как на Вере, такой, более даже дерзкий, да, черно-белая такая история с более грубыми такими брючками, или такой более аристократичный в духе историзма, с ноткой нежности, такое сочетание потрясающее. Какой образ вам по характеру, по стилю ближе, пожалуйста, поставьте на Вере или на Кате. Можно я Катю сейчас чуть-чуть... Вы пока голосуйте, а Женя, мы, значит, скажу, что творит Женя. Нам же ширма-то тоже не просто так здесь появилась. Смотрите, что происходит. Женя, значит, создает контент прямо у вас на глазах. Мы подходим и смотрим, как это происходит в режиме лайв. Вы можете убедиться, что все фотографии, все абсолютно в режиме лайв, в режиме нон-стоп, я бы сказала.
Поэтому, пожалуйста, если вдруг вы видите по сети фотографии, которые воруют наши фотографии, пожалуйста, нам сообщайте, мы с этим очень активно боремся, потому что мы создаем контент полностью сами, все фотосессии, также все абсолютно, это наша собственность, поэтому если вдруг по сети вы встречаете плагиат в виде фотографий, вообще в принципе, пожалуйста, сообщайте нам, и мы будем просто расстреливать воришек. В общем, Верочку мы отпускаем, да? Жень, мы Веру отпускаем, или да, ты ее будешь снимать? Вера, ты просто... Ты что в очках была в самом начале? Тебе надо было сразу очки снимать. Вы смотрите, какие у нас красивые девочки просто. Катя и Вера вообще сегодня просто так очень круто сочетаются еще. Такой очень стильный тандем у нас получился. Спасибо, девчонки, спасибо. Костюм в клетку, как на Жене, появится уже совсем скоро на днях. Мы буквально их уже сдаем. Давайте, сейчас я вот расскажу. Во-первых, девочки, во-первых, сегодня мы будем с вами рассматривать также новые капсулы. У нас появились новые шортики, вот такие крутые. Дальше, вот эти джемперы из хлопка. Я вам уже сказала, что они поступили в продажу. Их, правда, будет немного. Затем наши крутые платья-халатики из шелка. Несколько новых также шелков поступило в продажу. Это уже у нас, девочки, на... лето практически, да, то есть это сейчас можно с косухой, на 20, если 20 градусов жары сейчас будет, то можно с косухой, да, а когда у нас закончится история с весной, да, можно будет уже взять в лето. Дальше у нас наши стильные плащи остаются прям последние, больше их не будет. У нас появились новые крутые вискозные лаймовые водолазки, их тоже можно уже приобрести в наших бутиках. Джинсы будут в мае, девочки. Затем наши очень крутые хлопковые джемперы. Ой, что пришло, смотрите, девчат, пришли наши потрясающие костюмы тройки, значит, в твиде. Их, получается, буквально будет вот совсем чуть-чуть. Я знаю, что по ним вот атака, сказать, что по этим костюмам атака, не сказать ничего. Эти костюмы уже, получается, приходит у нас третья партия, она заключительная. Больше уже, к сожалению, не будет. Ткани нет. Это люксовая ткань, люксовый твид. Он не сыпется, он не скатывается. Очень комфортен вообще то есть на каждый день в том числе. Очень крутой у него подклад. Все прошито. Я вам уже не раз показывала, какой у нас качественный пошив. Это наше собственное производство. И, в общем-то, эти костюмы поступили в бутики. Их будет немного, поэтому, пожалуйста, кто спрашивал, свой размер, забирайте. Я себе обязательно заберу этот костюм. Ой, Женя, вот тут прикольно, как снимала, да? Вот. И 15 900 рублей. Это костюм тройка полностью. Это кроп-топ, это удлиненный жакет и это юбочка. Ну, то есть, представляете, 15 тысяч за три изделия, Жень. Скажи, это просто кайф. Поэтому, девочки, забирайте. Платье, как на мне, он мне не звонил во время эфира. Он мне звонит и скидывает эфир. Вот. Платье, как на мне, правда, немножко неправильно его там надела. Надо расстегнуть вот эту часть. Там надо будет расслабить. Вот, оно получается. Такое платье-пиджак. Оно как тренч, может быть. Очень крутой цвет коралловый у него. Здесь, знаете, в чем фишка? Здесь, получается, оно такое двубортное платье. Здесь идет клепка внутренняя, вот здесь, да. И, соответственно... Оно не выглядит тяжелым, то есть оно в походе, получается, идет такое, типа, как а-ля асимметрия, да? Но в то же время здесь все закрыто, здесь все очень-очень все комфортно. Оно еще идет с карманами. Крутое, да? Женя, иди сюда ко мне. Давай, потом. Я тут полюбуюсь маленько. Давайте дальше, поехали. Вау! Отлично, актуальный звериный принт, зебра, безумно красиво. Жень, а чем телефон? А, вот этот телефон. Так, секунду, извините, пожалуйста. Угу. Безумно крутая блуза. В ней точно вы не останетесь незамеченной. Такая в то же время воздушная, рукава очень крутые. И такая небольшая детализация, что придает такую канту. Такая а-ля сафари, детка. Да, сафари. Детка, ты сафари. Ну, будьте аккуратны всегда с таким принтом. Не утяжеляйте его
по цветовой гамме. В нашем случае мы выбрали классические наши брюки со шлицы спереди, идеальные, я думаю, вы уже заметили. Брючки вообще, девчонки, в черном цвете больше уже не будет. Ткани такой, к сожалению, уже нет. Поэтому просто, ну, как бы приезжайте, забирайте свой размер, потому что их просто будет чуть-чуть. Стоимость брючек 5500. Это звериная, безумно красивая, крутая, стильная блуза. 6500 рублей. Доработали образ шляпкой, лодочками. Можно взять еще клатч, допустим, сюда. Нравится образ? Нравится? Очень, да, вообще. Девчонки все вообще тут пишут, шлют нам поцелуйчики. Спасибо, девочки, большое. Очень красивая. Так. Так. К нам идет вторая пара. Я просто... Нет, хочется, конечно, так вот просто прям подзадержать вот этот лук, но... Я могу покрутить этот лук. Давай, покрутись. Вот эта большая крутая шляпа, да, с широкими полями. Давай, знаешь, как я тебя прям... Вы сходите пока, снимите. Или давай, Женя, давай. Нет, я доснимаю. Ну, давай, снимай. Сейчас Женя снимет. Блуза из искусственного шелка. Имитация шелка. Нет, это не натуральный шелк, это искусственный шелк, но очень приятный к телу, очень комфортный. У нас даже платья такие были. Очень стильная штучка. Так что приобретайте, девочки. Женечка. Да, в общем, ладно, хорошо. Я таким образом переключаюсь на красотку Верочку. Идите к нам сюда. Мы просто вас сейчас забомбим новинками, девчонки, потому что мы любим много показывать, много демонстрировать и предлагать. Поэтому у нас, конечно, ассортимент в бутиках просто великолепный. Вы всегда сможете выбрать для себя актуальный наряд на вечер, на работу, в офис, вообще просто прогулочный какой-то лук. У нас есть практически все. Вот я считаю, что наш ассортимент – это самый лучший ассортимент вообще на всей территории Российской Федерации. И не только, между прочим, потому что мы нашей командой создаем потрясные образы с идеальной посадкой лучшего качества. Вот, поэтому, девчонки, вам просто... А мне с бантом больше нравилось, честно говоря. Так, наша новая блуза. Ваши любимые объемные воздушные рукава из белого фатина с сочетанием бархатного горошка. Ну и самая такая фишка, мне кажется, такая детализация, это такой тренд, это по аксессуару, галстучек такой. Но мы показали, что первый вариант можно как бантиком использовать. Но мне нравится больше галстук, точно стильнее, мне кажется, стильнее. Сочетание с нашей юбкой-карандаш, с этим баклажан. Очень женственно и гармонично. Девочки, голосуйте, пожалуйста, за образ. Как вот, если вы, например, на работу решили бы удивить своих коллег, решили бы удивить своего директора, начальника, какой бы вы образ выбрали, чтобы вот просто произвести впечатление, ну и, собственно, подписать любой договор, подписать любой контракт? Чтобы подписать любой договор или любой контракт, вам понадобится юбка на стоимость 4500 и блуза на стоимость 7500 рублей. Юбочка 4500 рублей, блуза 7500 рублей. На работу как на Вере, Аня пишет, да? А девчонки пишут, что зебра это, ну, можно, например, на вечер. А я считаю, что в принципе, конечно, смотря какой у вас... дресс-код на работе. Если у вас более свободный такой лайфстайл, то можно, в принципе, и в этой блузе прийти на работу. Здесь более такой строгий формат, конечно же. Поэтому, девочки, решайте, смотрите сами, да, то есть оценивайте ваш дресс-код на работе. Но вот даже смотрите, вот мы взяли просто лоферы. Женя, откуда мы взяли эти лоферы? Может, подскажем? Нет, не будем подсказывать. Это сайта. Асос, правильно как. Женя заказывала их на Асосе. Вот, мы... На Асосе. Асос. Короче, ладно, не смешите меня, пожалуйста. Хорошо, на Асосе. Вот. И, собственно, тоже вот такие
блоферы, и, мне кажется, сейчас очень много где продаются. Вы можете скринить, девчонки, это вам будет очень-очень полезно. А, вообще сейчас воздушные блузы с фатином, это сейчас супер актуальная тема. Она такая дает воздушность, дает романтичность, да, легкость. Вы такая, знаете, немного с французскими нотками, такая очень нежная в этой блузе. Ой, я не могу, Вера, ты просто... Я тебя первый раз просто вижу, восхищена. Немножко расслабься. Больше движения. Давай сумочку уберу. Женя, давайте посмотрим, как за кадром. Женя учит большим движением. Девчонки, голосуем, ой, точнее не голосуем, скриньте и просто забирайте весь образ полностью, все размерчики уже есть в бутиках. Ну, мы движемся с вами дальше. У нас для вас также еще несколько луков и, собственно, у нас для вас еще несколько подарков. Кто хочет выйти с нами в прямой эфир, и давайте точно разыграем какой-нибудь... Давайте давайте что-нибудь разыграем. Давай, Жень, поддержи, пожалуйста. Я что-нибудь сейчас предложу. Так, сейчас будем разыгрывать. Что от вас нужно? От вас нужно просто выйти с нами в эфир. Прямой эфир Малины Фэшн. Пообщаться буквально несколько минуток. И получить подарок. Кто готов, кто хочет, поставьте там что-нибудь из смайлика, чтобы мы знали. Сумку кто-то хочет. Нет, сумка у нас не разыгрывается. А у нас только... вещи будут разыгрываться. Так, готовы. Я уже вижу, что здесь хотят. Сердечки, смайлики. Вау, что Оля там хочет разыграть. Мне кажется, сейчас все захотят участвовать. Да, все. Алена, Катя, Марина. Все хотят. Я сама хочу даже. А я могу поучаствовать? А, я могу поучаствовать? Можно я тоже поучаствую? Короче, давайте вот прям новое платье разыграем. Новое платье? Я вообще очень редко это делаю. Практически новинки никогда не разыгрываю, но сказали, что они есть и размер, поэтому давайте будем разыгрывать это платье. Девочки, а если мужчины здесь, то для своей девушки это будет идеальный подарок. Давайте разыграем. Готовы? Такая цветотерапия весна-лето. Мы, кстати, его померяем и покажем. Девчонки, это очень крутое платье. Легкий нежный шелк, не электролизуется. Вы можете его взять в лето. А значит, что мы сейчас делаем? Пишите любые сейчас комментарии. Я открываю свой через свой телефон эфир. И мы насчет там выбираем какой-то. А, ну мы цифру называем, мы просто прям в прямом эфире это будем делать. Погнали. Сейчас, секунду, я загружу. Ой, где эфир? А вот эфир. Ну так все, что, поехали? Да, погнали, давай циферку сделаем. Давай какую цифру? 8, давай бесконечность. 8, бесконечность. Раз, 2. Оксана, 2. Давай, называй 3. Лена, 3. Альфия, 4. Екатерина, 5. 6. Анна, 7. И Г. Ткачева. Ткачева, если... давай мы ее сейчас позовем в прямой эфир. Ветка Ткачева. Где она у меня есть? Сделай потише, Женя, ничего не слышу. Не могу ее найти, у меня здесь так, очень много комментов. Запроса, она запрашивает? Если хотите, победительница, если хочет, она может прямо сейчас поставить какой-нибудь смайлик, и мы вас позовем в прямой эфир, и маленько с вами пообщаемся. Все, это платье летит к вам в подарок. Девочки, у нас еще в течение эфира еще будут подарки. Пожалуйста, будьте с нами на связи. И в конце также мы сегодня будем разыгрывать по вашим лайкам в конце недели. Дальше, поехали. О, какая красота! Ой, супер, девчонки. Слушайте, весна уже, все. На самом деле, эти платья у нас не новинка, да, но мы хотели показать, что мы их отшили, и всегда в нашей коллекции вы можете найти черное, красивое коктейльное платье. И акцент мы сделали на аксессуарах, на новых поясах, которые появились в наших бутиках. Вообще очень круто, что у нас есть огромный выбор наших магазинов аксессуаров, потому что они дают, знаете, как новую жизнь образу. Мы же девочки, мы всегда хотим на вечеринках быть новых образов.
вы можете приобрести одну вещь, а добавить аксессуаров, и на вечеринке уже другая, правильно? Поэтому наш ассортимент вам в помощь. Слушайте, ну ремни, конечно, просто потрясные. Это все наша ручная, ну, точнее, ручная работа, дизайнерская ручная работа. И посмотрите, как просто классический футляр из корректирующего бандажного трикотажа может прям просто превратиться в такой более дерзкий какой-то формат, да? Особенно вы можете взять также с ботинками, с грубыми, с косухой в том числе. То есть он такой получается пояс-баска, очень крутой. С лодочками это больше вечерняя история получается. И оранж-версия. Слушайте, этот пояс немножко с каким-то элементом в стиле Прада, да, вот типа сумочки вот эти, вот пояса. Короче, такое ощущение, что издалека как будто такой пояс, типа а-ля где-то тут рядышком кажется, кармашек, что он стоит да? Миллионы долларов, а на самом деле 5100 рублей кожаный пояс с детализацией. Давай я его сейчас сниму. 5100 рублей всего лишь стоит этот крутой кожаный пояс с нереальными цепочками, девчонки. Просто я считаю, что это эксклюзив, который вы можете приобрести только у нас и нигде больше. Ну и платьишки, которые мы отшили, мини ваши любимые, и Олина любимые, которые, наверное, 10 цветов. Я люблю его, да. Ничего не могу с собой поделать. Один из актуальных цветов этого сезона, так что есть наличие. Кто хотел и не успел, сейчас у вас есть. И даже если вдруг вы, девчонки, покупали другой цвет и не дождались оранжевого, возьмите себе еще и оранжевый, потому что, ну, просто этот цвет огня. Возьмите, он вам просто очень пригодится. Они не нанки. Приезжайте, выбирайте, примеряйте, мы будем очень вам рады. Так, это, я думаю... Я сниму сейчас? Нет, я хочу снять. Ну, просто у меня... Ну, хорошо, ладно, давай. Сейчас мы пока плащ оденем. Так, дальше. Пойду-ка я пройдусь по залу, девчонки, пока у нас здесь, в общем, вот эта вся красота есть уже в бутиках. Можно приезжать, примерять. Сейчас пройдемся с вами, показать вам, что у нас есть в зале. Если хотите, скажите плюсик. Так, значит, у нас, что у нас есть для вас, девочки? Во-первых, вот эти платья пионы остаются уже последние. Значит, вот это платье также. Такое красивое в стиле Кассандра, я бы сказала, да, с воланами, что-то испанское в нем есть. У нас оно было еще осенью, мы поэтому его и повторили, потому что очень его просили. Дальше, романтичное платье из новой коллекции, последние единички остаются, тоже будет небольшой повтор еще, девчонки, хочу вам признаться, честно, будет совсем небольшой повтор этих платьев. Сейчас есть единичные размеры XS и L. Дальше, значит, огромное поступление у нас вискозных платьев по фигуре. Затем у нас очень много новых блуз, новых костюмов, плащи. Вот этот очень крутой костюм с брючками, с вискозной ткани костюмной. Такой очень, знаете, очень стильный. Он смотрится полностью, когда ты соединяешь этот жакет с брючками, получается формат комбеза. Очень удлиняет силуэт, ножки, подчеркивает ягодицы и смотрится очень дорого. Поэтому, девчонки, приезжайте, примеряйте, пока они есть, пока их все не разобрали. Дальше. Очень много у нас появилось новых спортивных костюмов и костюмов формата оверсайз. Это с вискозой, это с хлопком в том числе. Появились у нас новые крутые вискозные водолазки. Лайм цвет, беж. Ну и, собственно, даже фуксия есть, я смотрю. Это все вискоза, 95% вискоза, поэтому, девочки, вам не будет жарко, они очень приятные к телу. И это база, в принципе, в том числе еще и в лето вы можете его взять. Дальше, наши платья, мы вот цветные, красивые принты, да. Кстати, я бы вот эти принты просто бы развесила по капсулам, ну, то есть с разноцветными. Смотрю, что у нас даже вот такие есть крутые платья. Девочки, это все халатики, очень эксклюзивные шелка. Вот таких шелков, конечно, нигде не найдете. Это все
эксклюзивная лимитка, только у нас. Затем лайм платье тоже отшили совсем чуть-чуть. Цвет электрик. Представляете, какая красивая цветотерапия у нас в бутиках. Вы можете просто выбрать что-то такое сочное, да, либо более нюдовое, или однотонное, или монохром. То есть по вашему предпочтению. Брючных костюмов у нас огромный выбор. Конечно же, это вообще всегда фишка нашего бренда. Как, в принципе, и с платьями в том числе. Вот, сейчас Женя говорит, что... Смотрите, какая красивая здесь вкуснятина. Поэтому приезжайте, девочки. Сегодня у нас огромное поступление. Движемся дальше. Смотрите, какие красивые костюмы кружевные. Просто потрясающие. Все вообще такое вкусное. Так. А продолжение о черном. Мы хотим вам показать нашу новинку. Плащ. Мы показывали, что мы сегодня показывали. Бежим, показывали, ножку показывали. Да? А сейчас в таком... Телефон не найти не могу я. Почему она лежит? Это он, не он, не знаю. Да. Так, угу, дальше продолжаем. Черным бандажным легкий трендж. Немножко освежили образ, добавили аксессуары вот такого нежного холодного оттенка. Сразу освежили, сделали красиво, добавили сумку. А есть вообще у нас плащи в наличии? Да, есть наличие. Есть, да, поступили? Да. Девчонки, ну, немножко... Нужно уточнять, конечно, в каждом городе свои ставки и свои приходы, поэтому, кстати, нужно уточнять. Но есть наличие, да, 12 500 рублей. 12 500 рублей. Плащи разбирают очень быстро, девочки. Они вам пригодятся и осенью, и даже в прохладные летние вечера. Качество действительно потрясающее. Мы вам просто гарантируем, что это будет один из самых любимых базовых позиций вашего гардероба. Размеры последние все забирайте. Больше их даже не будет. А у нас, кстати, есть палантины в наличии. Платки в бутиках. Вы сможете подобрать завершающий такой элемент, завершающий такой изюм для вашего образа на весну. Так, что? Все. Продолжаем? Да, продолжаем. Верочка, мы тебя... Как красиво, девочки. Это что такое красивое? Двери, лето. Наш выбор мини-платьев за папом продолжает пополняться цветовыми такими сочетаниями. И мы выбрали два таких оттенка и собрали в один принт. Наш любимый оранж и холодный зеленый. Самая фишка – это сочетание, да, Жень? Такое, да, это... Просто это... Вот скажи мне, пожалуйста, девочки, с каким коктейлем у вас ассоциируется этот принт? Мне кажется, это что-то да, типа... Да, апероль вместе с мохито. Апероль – это следующий мохито. Ну да, не обязательно, чтобы он был алкоголь, он может быть безалкогольный. Что-то такое лимонадное, да, такое вкусное. Уже просто хочется просто лето. Очень хочется после этой зимы, у всех депрессии. Все, выходим все из депрессии, начинаем жить, начинаем улыбаться, носить красивые цвета, заряжать энергией. На самом деле, что ты одеваешь, очень сильно влияет. Конечно, мы любим черный цвет, классический черный, но не всегда должен быть такой черный. А здесь, получается, фишка в том, что он такой, получается, огненный. Огненная. Так, давай, хочешь немножко пойти, можем чуть как-нибудь покружиться? Можем, нет? Рискнем? Вау. Я контролирую. Все. Смотрите, как круто. А еще у нас вот очки, что за цепочка? Цепочки появились на наличии от 3000 рублей. Рассказывай про цепочки, а то вот видишь, спрашивают, говорят, а цепочка не ваша, а мы даже не знаем. Почему? Наша. Как понять, не наша? Наши цепочки. Цепочки наши, цепочки идут для очки. Александра Тихова поступили в продажу, крепятся вот так вот за брючки, все, и очень удобно. И эти цепочки вы сможете даже с шляпками, да, соединять, как ты думаешь? Ну, теоретически можно. Да, конечно. Если есть куда соединять, то можно.
И просто, представляете, под наши капсулы, под наши коллекции у нас цепочки просто подобраны даже к платьям. Уточняйте у менеджеров, у продавцов, консультантов большой выбор цепочек на любой вкус. И золото, серебро, и цветные. Очень. Так, сейчас сделаем бумеранг, и Катю будем отпускать. Нам надо торопиться, да, я правильно понимаю? Да, уже надо бежать. Надо уже бежать, поэтому мы очень сильно торопимся, и поэтому будем быстренько рассказывать вам. Давай, Катюш, сейчас... Давай, знаешь как, покружимся сейчас, я тебе скажу. Бумеранг сделаем и покружимся. Сколько стоит такое платье? Сейчас посмотрю. Да, девчонки, мы сейчас вам скажем, сколько стоит. Они сейчас есть в наличии, правда, ненадолго. Я вам просто серьезно гарантирую, такой принт долго у нас не будет задерживаться. 5500 платье. 5900 платьев всего лишь. Так, давай, покружимся. Раз, два, три. Ты уверена, Жень, что 5900? Да. Ты что, у него юбка-то, смотри, какая. Ну, я тебе говорю, юбка просто с 4 метра ткани. Так, Оля хочет дороже поставить. Нет, просто они по цене вроде отличаются. Это, по-моему, было 5900, по-моему, было 7900. Надо уточнить. Да, я уточню. Ну, по-моему, 5900. Я же говорю... Кошмар, какие 5900? 10500! Я и говорю, здесь 4 метра ткани. Не просто Лена вот здесь вот... Видите, мне немножко... А, отлично. Это как бы вот менеджер к ним просто. Женя. Ладно, все, девчонки, хорошо, что... Хорошо, что мы сейчас вам не пообещали его за 5900. Да. 10500, конечно. Так я и смотрю, здесь ткани. Я просто знаю, сколько здесь ткани. Мы реально его производим. Я точно знаю, что 4 с лишним метра вот на такую юбку-то огромная. Это даже не полусолнце, это солнце. И там еще получается подгонять принт. И дублирующий получается, скажите мне, рукав. Поэтому здесь, ну, то есть оно не может стоить такую цену. Поэтому 10500 оно стоит. А вот это платье, у которого как раз ткани чуть меньше идет. Здесь идет уже, по-моему, у нас полусолнца. Оно идет 8500 рублей. Вот, поэтому, девочки, движемся мы дальше. Значит, у нас, собственно, вчера прогремел вот этот крутой комбез, который мы вообще-то оставляли на съемку, на новую. Я уж не знаю, как так у нас получилось, но мы его просто заранее анонсировали. В принципе, это удобно для того, чтобы уже как-то планировать свои вечерние образы, в том числе и выпускные, свадьбы, да, то есть как-то я думаю, что не надо задерживать и ждать эту интригу. И, ну, как бы вы уже видите то, что мы создаем сразу, просто с производства. Только-только поступили у нас эти комбезы, и мы сразу их вам презентуем. Это просто невероятный королевский комбез. Поставь вот прям ножку вот так, покажи, как он вытягивает силуэт, девчонки. Вот просто посмотрите, как, во-первых, ткань. Я хочу сказать, что ткань вообще нереальная. Смотрите, как он просто в шаге. Теперь иди ко мне на меня вверх. Нет, знаешь, как прям вот оттуда прям на меня. Посмотрите, как в шаге он играет. Вообще вот так класс. Вот так вот встань, вот так, ага. Или вот, ага. Покажите, девчонки, просто играющая ткань. Вы будете просто звездой вечера. И это, кстати, будет очень актуально на выпускное. Почему нет? Смотрите, как классно. Верочка, туда чуть-чуть, немножко не видно, ага. Украшение, оно идет отдельно, но вы можете... Мы сейчас покажем, как без украшений, это вообще бомба. Их немножко... Украшения все, потому что как бы низон сам такой самодостаточный, но такая яркая ткань в плане фактуры... Нам хочется даже просто остаться в нем и не перегружать. Мы сейчас, знаешь, даже возьмем с жакетом, Жень. Прикинь, как круто еще жакет сверху попробовать. Как превратить его в костюм тоже. Ну, какой-то вариант предложить еще. Комбез минималистичный, в то же время игра ткани. И само лекало, конечно, оно просто играет огромную роль. И посадка вообще, то есть это нереально, конечно. Особенно для девушек контрастной внешности. Это брюнетки, блондинки, да даже natural девушки. Очень даже будет супер вкусно смотреться вот этот комбез.
облегание, во-первых, по области ягодиц очень крутое. Здесь идут вот такие защипы, смотрите. И ткань, она идет, знаете, такая, она не гладкая, она идет с эффектом такого микро-микро плиссе. В общем, мне кажется, нам надо платье из этой ткани сделать еще. Будет тоже очень стильно. Я хотела белый. Ну или это вот такое типа а-ля накинула, приехала на вечеринку, да? Нет. Думаешь, да? А просто чисто белого нету у нас жакета? Пока ничего не пришло. А мне нравится, очень красивое решение. Девчонки, вам скажите, пожалуйста, вот с жакетом тоже очень стильно, то есть ты же приедешь на вечеринку, ты же не поедешь просто без верхней одежды, да? У тебя будет летний тренч, то есть вы возьмете от костюма нашего тройки вот этот жакет и превратите его в летний тренч. И, собственно, он и по длине очень смотрится стильно, и даже по цвету, девочки, здесь тоже есть серебряное такое светосочетание, потому что он, серебро здесь блестит. И очень, очень круто сочетается именно с комбезом. Понятно, что без пиджака лучше, Ксюш, но мы говорим вариант о том, что когда вы едете на вечеринку, вы можете накинуть жакет, жакет просто снять и пройти, например, в клуб вот в таком виде. Стоимость комбинезона 8500 рублей. Мне аж надо проверять сейчас. Проверять, что-то какая-то странная низкая цена, 8500. 8500, цена вообще просто подарок, я считаю. Она должна стоить 1015 минимум, мне кажется, для такой посадки и вообще для такого образа. Вообще космический комбез. Вообще девчонки тут просто в восторге все вообще. Начинаешь снимать, ты бегаешь. Шляпа у нас еще бежевая сюда. Так, все, Верочка, мы тебя отпускаем. 8500, очень класс, девочки. А мы сшили наши новые костюмчики, двойка в стиле Шанель, саможенственность. Кто хотел их, уже в наличии, так что можете приходить там в гости, приобретать. И мы собрали капсулу полностью с нашим трейнером бежевым оттенком, казаками, шляпками. Слушайте, как классно с казаками вообще смотрится. Любой даже образ просто сразу освежает. Очень круто. Вообще, бежевые, ню, такие теплые оттенки всегда позволяют вставлять легкие такие очень свежие образы. Всегда после зимы, после зимней спячки это очень сильно хочется. Такой нюдик. Девчонкам тоже очень нравится. Костюмы уже, девчонки, костюмы уже в продаже. Смотрите, какая фурнитура, какая ткань. Потрясающий вот крой. Очень аккуратный, минималистичный. Так, уже в наличии они есть, да. Стоимость костюма двойка в стиле Шанель. Сейчас их найду. 10 500 рублей. Очень приятная ткань. Так, ну что, все, отпускаем сниму? Дальше. Нет, давай отпустим. Отпускаем. Давай сейчас еще разыграем быстренько что-нибудь. Да? Да, у меня только единственная зарядка вообще. Вот мне тогда. Ну, после тогда разыграем. Мне просто я хотела бы сейчас закончить эфир и просто отдельно еще выйти и разыграть. Ну, разыграешь тогда после. Сейчас мы продолжим. Давай пообщаемся, пока расскажем. Как дела? Миша, видишь, какая у меня зарядка. Да еще есть. Есть, да? Да. Ну, надеюсь. Я надеюсь, что у нас ничего не сорвется. Так, расскажите, как вам наш прямой эфир? Как вам новинки? Что сильно понравилось? Может быть, что-то хотите, чтобы мы разыграли? Из того, что вы сегодня увидели. Я опять пальцем закрываю динамик. Что это такое? Наши цепочки новенькие. Поближе покажу. То есть, получается, цепочка пристегивается к любым очкам. Слушай, ну это очень стильно вообще. Ну, конечно, мне, я не скажу, что они мне идут, Жен, давай. Нет, на себе тебе покажешь. Очень они идут, почему они мне идут? Мне кажется, мне не идут, но просто... И такая сумка в стиле Ботега. Хоп! 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 Хоп-хоп! Смотрите, какое количество у нас аксессуаров. Еще вот маленькая самая часть. Вот такая же. На самом деле большой выбор и в серебре, и в золоте, в разных оттенках. Очень крутая. Вот так вот она цепляется, хоп, любым очкам.
Их несколько вариантов. И вы даже можете вот эту цепочку просто сделать типа а-ля браслет. Делать как браслет. А, смотрите, какая еще у девочки цепочка. Ой, красиво, тоже очень нежно. Смотрите. Сороки налетели. Да. Ой, вот эти, кстати, они идут лучше, да. Такая дамочка. Дамочка с Лондона. Нет, на самом деле... Они, кстати, знаешь, как одеваются? Вот так вот волосы убираешь. Вот, вот так вот они носятся. А еще, знаете, так, хоп. Очень удобно, когда кто-то теряет очки. Дамы очки. Супер, мне нравится. Стоимость таких цепочек от 3000, дизайнерская работа Александра Цветкова. Все пишут, вау, шикарно, Оля, это шикарно. А новое платье, посмотрите. Очень-очень. Да, очень. Я еще и покривляться умею. Да, да. Короче, тема крутая. Супер, да, всем нравится. Играть. Оле очень идет. Так, ну что, что будем разыгрывать, я так и не поняла. Очки все супер, бомба. Давай. Так, хотят костюм, как на мне. Давайте, когда он будет уже в наличии, тогда посмотрим. А пока что его нет, он будет буквально через несколько дней. Может, пальто разыграем? Ну, давай сейчас... Ой, что делаю? Не вижу. А, все. Так, как всегда, новинки огонь, всем очень нравится. Бомба, очень позитивные, приятные комментарии. Так, а мы дальше готовим. Давайте покажу процесс наших сборов за кадром, как это у нас все происходит. Так, Вера уже готова, практически ждет, да. Катя тоже, наши халатики, которые у нас в прямом эфире. Представляете, Жень, такая вот красота появится. Свободный. Давай мы разыграем сейчас после, у тебя осталось 7%. Быстренько сейчас закончим. Так, ну что, поехали, пока мы готовим образы. Вера, 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 как красиво. Давай сейчас покажу кое-что. Мне нужен срочно телефон второй. Какой из них? Вот этот? Откроешь его? Девчонки, очень классно тем, что мы вам показываем супер актуальные вообще трендовые фишки. Вы их, пожалуйста, скриньте, они вам понадобятся. Потому что вы будете самой стильной девчонкой. Буквально 5 минут, и нам нужно заканчивать. Получили новые водолазочки в яблочном таком цвете, безумно красивом, вживую. Да, а мне понравилось, когда вот так она сделала. Я сейчас сделаю, я хотела показать кофту. И новая кофточка в шелка, кардиганчик такой, в нежно-розовом цвете, кое плетение, посмотрите, вязка просто вау. Тебе обязательно наше такое собственное возьму. Производство. Очень удобное на весенние, летние вечера, да и не только. Так, сейчас покажем, как можно эту кофточку, как, допустим, как накидку носить, если вы потеплее. Ну, это вообще будет очень круто. Так, давайте быстренько Катя тоже к нам подойдет сейчас. Покажем нашу новинку, халатик. Ой, как Катя хорошо. Девочки, такое красивое платье с шелка. 8500 рублей уже есть в наличии в бутиках. Приезжайте, примеряйте, забирайте, повторов не ждите, повторов мы даже не успеем вам собрать, это просто нереально его собрать. И чуть-чуть вот так вместе, ага. Это лайфхак, как отключать блёстки, когда нет третьей руки. Так, ну что, а стоимость давайте скажем. Давай, цена. Цена платья 8500 рублей, водолазки 4900 рублей, это вискоза, брючки 6900 из эко-кожи и кардиган 5500 рублей, и он полностью из хлопка. Цены я знаю наизусть, поэтому... Так, ну что, мы заканчиваем эфир сейчас. А с юбочкой не будем показывать? У нас 6%, это сейчас вообще просто... Два образа, да. Ну давай, вот давайте, знаете, как сделаем, перед конкурсами покажу их и поедем дальше. Так, ну что, заканчиваем тогда первый эфир. Девчонки, мы буквально сейчас делаем перерыв небольшой, то есть буквально... Я с вами, к сожалению, прощаюсь, но
нужно бежать. Поэтому второй эфир будет с Соней и с прекрасной нашей Катей и Верой. Спасибо, кто был с нами. И второй эфир будет еще круче, так как мы будем разыгрывать. Да, мы с вами разыграем очень много крутых подарков. Буквально через 15-20 минут мы сейчас сделаем перерыв, я заряжу телефон, мы подумаем, что вам подарить. Если хотите поучаствовать, девчонки, выходите в следующем прямом эфире. Сейчас ставьте лайк на эту публикацию, пишите ваш выбор и за последние 7 дней проверяйте ваши лайки. Ну а мы на 15-20 минут с вами прощаемся, вы чуть-чуть отдыхаете, и мы выходим к вам еще 2-3 образа и плюс подарки. Все, всем пока. Спасибо. Спасибо.